Так, сейчас попробую вам быстренько показать цены и продукты в Коско. Посмотрим, что с этого получится. Потому что он огромный. Все обойти и показать не получится в одном видео. Так, маргарита стоит $9.70. Вот такая маргарита стоит $15. Так, смотрите. Вот такая беседка стоит $1700. И вот такой набор стоит $3000. Так, вот такой стол со стульями $1300. Гриль стоит $700. Такой большой KitchenAir, хорошая фирма. Так, стиралка стоит $850. Сушка тоже 850. А это 1130. 1130. А холодильник, смотрите, $4100. Тут сенсорный экран или нет? Нет. Огромный. Так, iPad стоит $450. Вот такой стоит $570. Вот такой стоит $850. iPad Pro. Так, ты нужен? Потому что тут есть из вещей. Так, пижамки. Комплектик. $16. Так, берем сок. Манго. $4. Вообще стоит 6, но скидка на нее $2. Так, Джек Дэниелс. Вот такая большая бутылка стоит $27, скидка $5. Круассаны $5, вот такая большая упаковка, возьмем, попробуем. Так, маффины $9. Так, берем багет, стоит $5. Так, креветки по $26, $39. Так, хвостики лобстера 63-58. Краб стоит 49-60. И рыба. Что это за рыба? Похоже на толстолобика. 24. И красная рыба стоит 21-18. $20. Так, курица гриль стоит $5. Так, смотрите, вот готовые ужер, типа равиоли или что это, $14. Салат Цезарь $8. Вот такой салат $12. Вареные уже креветки $14. Так, ананас 3,50. А это типа манго, да? Да, это манго стоит $7. Киви стоит $10. Дуриан $14. Пусть стоит $9. Дыня вот такая белая стоит $5. Банан стоит $1.79. Так, вот такие помидорики черри стоят $6. Авокадо, сколько тут штук? 6 штук стоит $11. Чеснок, вот такая упаковка $10. Стоит $15. Вот такой лук большой стоит $8. Так, картошка стоит $12. Такая белая картошка стоит $10. Так, яблоки стоят $5. Так, мороженое, смотрите, вот такие фруктовые, 24 штуки, $11. Вот такие замороженные, так, $15. Так, манго кусочками, $9.50. А, что это? Это кокос и клубника замороженная. $12. Куриное филе
Или это крылышки, или филешка, что это? Непонятно. Кусочек, короче. $35. Тут я не знаю даже сколько килограмм. Ну, килограммов будет 5, 6, 10 фунтов. Это 5 килограмм, да. А, вот такой бекон с моцареллой стоит $10. Куриное филе в панировке стоит $20. Замороженное для бургеров $18. Так, вот такая лапша с креветками $10. В пачке 6 вот таких упаковок. Так, типа хинкали. И, ну, японский, да, $9. Так, а это типа вареников, фаршированные с мясом и овощами. Стоит 12.50. Так, молоко 15.89. Вот такие детские, $17. Соевое молоко 12.79. Так, индюшка порезанная, грудинка, стоит $12. Так, вот такая стоит $13. Так, бекон стоит $22, а вот такой стоит $16. Так, возьмем вот такие сосиски для хот-догов, $15. Так, лазанья 14.69. Так, макароны $17. $15. Вот такой уже 13.50. Так, масло стоит 8.30. Так. Вот такие хлопья стоят от $6 до 9. Вот этот 5 стоит. Вот такой с медом $8. 8. Вот такие подушечки $9. Вот такие детские 8. А чипсы Читас. Так, в упаковке 54 пачки, $17. Вот такие еще есть. Лейс. Тут Читос, все фирмы, да, тоже 30 бэкс. Стоит $17. И есть еще вот такие. Принглс. $18. Так, вот такой попкорн со вкусом молока и клубники. Большая упаковка. Стоит $5. Вот такой попкорн стоит 4.50. Так, оливки. Сколько штук упаковки? Получается 2 штучки. Стоит $7. А вот такой набор из 6 штук стоит 11. Так, это что у нас? Соленые огурцы стоят $4. Порезанные соленые огурцы стоят почти $7. Так, что это? Так, какой-то соус с авокадо. 2 штучки. Стоит $10. Артишоки тоже, наверное, 2 штучки идут. 2 штуки стоят $10. Какой-то сироп из крамбери стоит $3. Так, вот такая большая коробка mac and cheese. 18 пачек в коробке стоит $15. Чуп 2 штуки 9.40. Майонез $9. Есть еще вот такой майонез. По-моему, он идет одна большая, да. Майонез авокадо $9. Ну, тут какие-то соусы.
Так, это соус какой-то, ранч соус, $10. Матио чили какой-то, наверное, томатная паста для мексиканцев. Сальса, точнее, вот написано, 4.50. Вот такая стоит $6. И вот такая сальса стоит 7.50. А это, по-моему, типа на основе чего тут? Капусты. Непонятно, какая-то жижа стоит 8.40 одна штучка. Так, тунец 4 штуки в пачке, $16. Так, нутелла, две огромные пачки стоят $13. Пачки персика 4 штуки в пачке стоят 10.50. Кусочки ананаса в пачке 8 штук, $11. Кончосы в масле 6 пачек внутри, стоят $10. Так, вот такая большая пачка сухариков органи для салата, стоит $7. Жареный бекон стоит $9. Так, жареная фасоль, или что это, кукурузные типа палочки со вкусом гороха, стоит 7.70. Так, горох 8 штук в упаковке, стоит $8. Кукуруза 12 штук в пачке, стоит $11. Томатная паста стоит 8.80. Вот такие чипсы с лаймом, $5. Вот такие, не знаю, упаковка огромная. Сколько тут грамм, не знаю даже. Так, вот так, вот такие чипсы стоят 6.50. Так, кусочки жареной индюшки стоят $14. Так, вот такие печенюшки, как грибочки, стоят 10.50. В упаковке 24 штучки. Нутелла 16 паков, $15. А вот такие печенюшки стоят $8.97. Набор Oreo стоит $12. Вот такой набор с разными печенюшками стоит $11. Вот такой набор соломок с разными вкусами стоит $9. Так, конфеты Буэна. Большая пачка стоит 9.50. Так, вот такие мочи. С чем это? С черносливом, по-моему, и кофе. Стоит 7.70. Так, вот такая банка с кренделями, по-моему. Крендели они называются. Стоит $7. Банка огромная. Вот такие соленые тоже печенюшки стоят 10.50. Так. Вот такой набор ММДМСики плюс орешки, миндальки, еще арахис, стоит 13.50, но тут, я не знаю, килограмма 2 точно есть, вот, 1 килограмм 810 грамм, почти 2 килограмма. Грибы, чипсы из грибов стоят 8.50, косовая стружка стоит 8.80. Тут 1 килограмм стоит 10.40. Вот такой жареный нут стоит $14. Бразильские орешки стоят 12.50. Так, миндаль с солью, по-моему, 11.50. Есть вот такие какие-то орешки. Тоже миндаль вроде бы $11 с приправами какими-то. Вот такой арахис. Огромная пачка. Тут 2,5 килограмма, $6.
фисташки чищенные, почти 700 грамм, 15,50. Так, манго сушеный стоит 12,50 килограмм. Есть манго в шоколаде, стоит $10. Это что? Это голубика, стоит $11. Вот такие наборы. Сколько тут идет пачки? 24 штуки, стоит 12,89. Манго чили стоит 8,50. Короче, будем все покупать и пробовать. Вкусный, невкусный, потом рассказывать. Вот такой манго килограмм, 200 почти грамм, стоит $18. Так, клубника сушеная, 500 грамм, стоит $10. Так, это что? А, инжир сушеный, килограмм 200, стоит $10. Так, это финики, да? Стоит $10 две пачки. Вот так. Так, что это? Это крансбери стоит сушеный, стоит $10. Так, изюм стоит 9,50. Орешки кешью, килограмм 200, стоит $14. Вот такая банка тоже орешков кешью, стоит $18. Так, вот такие желейки, набор идет 65 стиков, стоит $15. Вот такой набор арахис в сахаре, стоит $11. Тут килограмм 400 грамм. Так, фисташки, килограмм 400 грамм, стоят $18. Мультивитамины, 2 штуки по 160 желеек, стоит $11. Короче, тут есть разные. Так, это, по-моему, кальций, да? Стоит 20. Стоит 21,50. Так, рыбий жир вот такой, стоит $15. Вот такие желейки, тоже рыбий жир, стоит $21. Мультивитамин желейки 260 штук, стоит $14. Так, Ferrero Rocher стоит $15. M&M's большая пачка стоит $14. Вот таких M&M's шоколадных стоит тоже $14. Миндаль в лимоне 700 грамм стоит $6. Так, миндаль в шоколаде стоит $13. Так, цветы. Так, цветы стоят 17, 18, $19 пачка. Так, халаты, смотрите, детские. В разных расцветках стоят $15. На 7, 8, 10, 11 лет. Вот такой набор, футболка и шортики, стоят $13. Шортики пляжные, 2 штучки, стоят $15. Так, вот такой набор, 2 футболки, 2 шортики, стоят $9. Есть такие, есть динозаврика. Пума тут есть, сейчас посмотрим пуму. Так, пума, набор с длинными рукавами, с короткими рукавами, шортики, да, по-моему. А, и штаны спортивные стоят
$20. Так, девчачьи. Две футболки и две шортики тоже стоят $20. Вот такой набор есть. Две футболки, две шортики тоже $20. Так, для парней есть еще в такой расцветке. Черная с голубым, серым. И есть вот такие, по-моему, летние с шортиками. Две пары футболок Puma и шортики. Почему-то одна пара. Да, одна пара. Не, две пары шортиков. Тоже $20. Набор бодики и лосинки. Две пары. Стоит $15. Для мальчиков вот такая еще расцветка. Так, Disney, две футболки стоят $13. Так, футболки две штуки стоят $10. Разные расцветки есть. Так, вот такой набор худи, лосинки и футболка стоит $10. Трусы Puma в наборе 5 штук стоит $15. Чемпион в наборе тоже 5 штук стоит $16. Так, вот такие наборы тоже стоят $10. Стар тоже $10. Так, Calvin Klein футболка, топик и шортики стоят $20. Набор Calvin футболка, две футболки и шортики стоят $20. Есть еще в такой расцветке. Шортики такие красивые. Так, Puma штаны мужские на лето стоит $16. Апельсины 3 килограмма 700 грамм стоит $9. Мандарины, сколько тут, 2 килограмма 300 грамм $9. Сыр с базиликом. Тут где-то 500 грамм стоит $6. Так, вот такой набор со вкусами стоит $13. Так, бри вот такой стоит $9. Дорблю Гангарзола стоит $12, где-то полкило. Так, моцарелла килограмм стоит $9. А вот такие в воде стоят $6.40. Мясо вот такое на стейк стоит $30. Так, баранина стоит $20. Так, набор вот таких инструментов стоит $100. $30. Что это, вентилятор? $150. Что это, вентилятор? Да. $150. Так, удлинитель $60. Нет, он один и с розетками. Так, лестница $200. Вот такая лестница, $32. Так, солнечные батареи. А ну, открой. Вот, открой, она уже открыта. Стоит $140. Это на машину прикрепил, наверное. А, нет, на палатку.
ребята, это нам нужно на кемпинг. Так, вот такой набор. Это камин. $1700. Красота. Садишься. Удобно. Газовый камин. Вот. Да, вот он включается. Туда ставишь баллон и включаешь. Так, на этой хорошей ноте я попрощаюсь, потому что у меня телефон садится. Спасибо, что смотрели. Всем пока!